Всем привет! У меня сегодня выставка вновь пересаженных орхидей. Это совершенно свежие посадки, которые вы видели на канале во временном отрезке, но где-то в течение 10 дней, потому что видео снимается много и все стоят в порядке публикации. Да? Мы перемежаем обзоры, например, красоту с именно вот таким пересадочными материалами, которые нужно показывать, разные варианты пересадок и так далее. Быстро к теме видео. Сегодня у меня полив вновь пересаженных растений. Давайте покажу. Они отличаются, зависят от объема корней, от обработки перед пересадкой, от состояния корневой системы, от уровня корней, находящихся в грунте. Бывает, что поверхностные корней мало, и только поверхностное расположение корней, которое располагается в первой половине верхней горшка. От того, сколько воздушных корней пошло в посадку, это все нужно учитывать. Поэтому сегодня у меня, напоминаю, давайте вот сейчас узнаете, я вам ее так наклоню, это орхидея Мира Файбер, вместе с вами пересаживали, и полив этой орхидеи мы сделали триходермой, там был, по-моему, второй, да, там уже был второй полив триходермой. Вот сейчас она опять у меня пить хочет, как-то, вы знаете, не быстро напитывается кора. В результате того, что сейчас уровень вот керамзита, он еще влажноват, но я тут уже по состоянию воздушных корней, я сегодня работаю без оператора, постараюсь все показать. Вы видите цвет корней, буду поливать. А так как для этой орхидеи Мира Файбер это будет уже третий полив, он будет совершенно другой. Первые два полива было заполнением горшочка до половины уровня. Почему до половины уровня? Опять специфика посадки. Длинная корневая шея, с которой снимались листья, она была оголена. Я не удалила старые корни, потому что, ну, замечательная корневая. Я просто решила оставить их на растении. Метод не омоложения использовала. И поэтому вот так, длинная корневая шея, я ее не замачиваю в воду. То есть наполовину погружаю там, где воздушные корни и, собственно, сам корневой ком. Какой метод полива второй раз, третий раз для этой орхидеи я буду использовать? Давайте. Так как я уже эту орхидею два раза замачивала в воду, сейчас она у меня уже стоит на месте своего произрастания в зимнем саду, поэтому у меня чистая теплая вода. Температура воды для полива сегодня 30 градусов. Я всегда поливаю орхидеи теплой водой. Это к вопросу о том, какой водой я поливаю, даже не комнатной температуры, а всегда грею. Я фильтрую воду, фильтрую обычными вот чашеобразными фильтрами. Вот видите, вставляется такая чашка сюда, в этот фильтр. Это аквафор. Аквафоры стали делать фильтры для снижения жесткости воды. Измеряла прибором. Да, действительно работает. С единиц 380 у меня опускается до 140. Это очень хороший показатель. То есть фильтры, снижающие жесткость воды, действительно себя оправдывают и работают. Поливаю я сегодня растение чистой водой, я сказала, теплой температуры, вот так метод пролива. Я решила все-таки вот эту посадку не грушей проливать, обычно грушей. На видео я это сделаю вот так быстро, потому что здесь у меня, во-первых, в целях экономии времени, во-вторых, здесь большой вот такой вот поверхностный диаметр, и поэтому здесь у меня вода к шейке стекать не будет. Вот смотрите, видите, я делаю полив, в принципе, по всей поверхности. Водичка потихоньку у меня скапывает, я не даю сильного такого напора воды. Потихоньку-потихоньку вода стекает в нижний уровень. Сколько я сейчас налью воды? Я сейчас налью воды где-то весь дренажный уровень для этой орхидейки, даже, может быть, чуть повыше. Она у меня в таком вот таком политом состоянии постоит где-то, может быть, часочек, вода там будет стоять. Потом я все-таки, наверное, отолью водички и сделаю, оставлю на дне внешнего горшка, так, чтобы дно внутреннего горшка не купалось в воде. Я сделаю так. Почему? Потому что не хочу переувлажнить нижние корни, нижнюю посадку. Я вижу, что она хочет пить. Здесь какой-то процент воздушных корней вошел в посадку. Это мне подсказывает, естественно, наблюдение. Я достаю растение, горшочек из вот посадки и просто смотрю цвет корней.
Она, кстати, даже уже легенькая посадка стала. Вот, все, хватит. Смотрите, уровень дренажного слоя, чуть-чуть уровень коры взяла. Сейчас корневая система, она целостная, она мощная, она располагается уже в нижнем уровне, поэтому она сейчас очень хорошо поднимет с собой по веломену воду за час, и потом я водичку вот в нижний уровень солью. Все, она у меня полита, через час сливаю воду. Далее. Давайте, сейчас у меня получается, после пересадок вот эти все растения будут получать первый полив. Я вот мелку принесла вам, чтобы вы поняли, да, специфику поливов. Я вам уже сказала, на что обращать внимание. Обязательно, какая была сделана предпосадочная подготовка корневой системы. Если сажали с сухой корневой системой, лучше, конечно же, ну, я так понимаю, чуть даже через полдня полить. Что вдруг какие-то микротрещинки, микроцарапинки были, но так как вы не обрабатывали, не мокрая была при посадке корневая система, нужно все-таки, грунт очень сухой. Я сажаю в сухую кору, поэтому я вам рассказываю именно то, как я поливаю растения. И с какой периодичностью, с какой специфичностью и так далее. Так, вот это губка Боб вместе с вами на канале пересадили. Помните, вот этот вот распушенный маховой ком, который, в котором растение находилось, 50% мха я выкинула, 50% мха распушенного осталось. Под шейку ложила кору, первый полив. Ровно через сутки после пересадки. У меня в один день пересаживались очень много растений, поэтому как раз совпадают сейчас поливы. Вот так она выглядит, учитывая тот факт, что распушенный мох у меня шел в посадку, и он был мокрым, он был абсолютно мокрым, этот мох. Поэтому я сейчас, как я делаю, когда у меня именно маховое вот это гнездо внутри посадки, оно мокрое, увлажненное, поэтому. Но мне нужно те корни, которые были на поверхности, да, вот те, которые не в мхе были, мне нужно их немножко увлажнить и увлажнить кору. Так как в посадку шел мох, она сейчас очень хорошо у меня подопьет вот тем методом, который я очень часто использую при пересадке, при поливе, когда в пересадку идут воздушные корни, либо вот действительно вот этот вот комок мха мокрый. Очень хорошо оправдано вот так вот сделать первый полив. Проверено уже неоднократно множественные именно результаты после пересадок дают мне основания после наблюдения за такими поливами делать именно так и рассказывать вам об этом. Я никогда вам не расскажу то, что, в чем я не уверена. Очень хорошо. Мох там мокрый, а я сейчас кору и вот этот мох, новый мох сфагнум, тот, который шел у меня в посадку, сейчас вот так методом хорошего опрыскивания по поверхности, он у меня увлажнится. Я тем самым, девчонки, я просто не перелью посадку. Это важно сказать. Что стечет вниз, ничего убирать не буду. Но в основном стекает, знаете, какой-то мизер, потому что там все-таки блокирует стекание воды вот этот хороший слой мха сфагнума, который я добавляла, нового, который я добавляла в посадку. Вот при таком методе вы сейчас не увлажните тот внутренний мох от производителя, который был спушен. Надеюсь, вы меня поняли. Я ее полила, этого хватит. Сейчас я вам покажу. Вот мох, он буквально пару-тройку секунд, все, вся вода его. Вот просто вся вода его. Посмотрите, он уже мокрый. Вот. Но при этом протекаемая вода, она успевает увлажнить кору только на уровне поверхности, и то немножко. Вот это самое правильное, что нужно сделать, когда вы делаете вот именно такую посадку с маховым большим комом, вспушенным внутри. Полит. Губка Боб полит. Так, знаете, сейчас хочу вот эту вначале, а потом уже я вам расскажу историю вот этой орхидеи. Я вам вместе с вами ее не пересаживала. Это была ночная пересадка. Я была такая уставшая, что просто даже вспоминала, что я делала с этой орхидеей на момент пересадки. Представляете, насколько... Потому что в этот день
было какое-то огромное количество пересадок. Это, знаете, не так, как оранжерейное растение взять, там, освободить от грунта, пересадить. Это посадки домашних орхидей, которые занимают по 4-5 часов. Это очень трудоемко, поэтому, ну, растений много, они растут, они становятся обалденными, красивыми барышнями, и я с удовольствием, конечно, с ними вожусь. Так, система посадки, фитиль, вот это аллея, так, это дея, да, это ортедея, я все время путаю. Помните эту пересадочку, напоминаю, название Стелленбош, помните, мы убирали нижние листья, я хотела заглубить, но не получилось, и, конечно, да и бог с ним. Вот эту орхидею, она у меня, конечно, немножко полилась перед пересадкой, обработка посадки, да, старой посадки перед работой с, с этой орхидеей у меня была, я полила, чтобы мне аккуратненько достать корни из горшка D12. Пересадили мы вот в такой, вот такую красоту. Первый полив этой орхидеи у меня будет с антистрессом. Антистресс сегодня у меня пойдет, стимул. Можно брать живо, что есть, антистресс, так, давайте скажу, какие еще, Витамар антистрессом является, ну, скорее он регулятор, стимулятор роста, вот как бы так, разбавляется он из расчета, я его купила, ой, слушайте, а что это он зеленый, он же обычно желтый, и тут меня перемкнуло, а чего это он такой? Но покупала в проверенном магазине, не где-то на рынке, а именно в проверенном магазине, где я всегда покупаю препараты. Задумалась. Ладно, стимул разводится. Давайте в сторонку, все же показываем подробно. Вы знаете, информация наиважнейшая, потому что постоянные вопросы. Поэтому вот собрала прям по конкретике, идем по конкретике, да. Здесь у нас хороший корневой ком шел в посадку, воздушки вообще ни одного корня не было. Поэтому первый полив этой орхидеи ровно через полутора суток у меня происходит следующим образом. 1,5 литра воды фильтрованной, тепленькая, 30 градусов. Стимул разводится из расчета, я всегда его развожу из следующего расчета, 2 мл препарата на 400 мл воды, у меня 1,5 литра, поэтому считаем, так, получается на 1200 мл это 6 мл стимула и еще 300, ну я разведу 8, потому что стимул можно разводить из расчета 200-400 грамм воды, и вот на эту, на этот объем воды 2 мл, поэтому 8 мл будет не критичным и самым то, что нужно. Вот у меня 1 мл ложка, я добавляю 8 порций, 3, 4, а то сейчас я посчитаю, 5, 6, 7, 8. Отлично. Разбавляем. Ну, жидкий состав, он не нужно там его размешивать особо. Все, он уже у меня вошел в воду. Первый полив у меня происходит. Именно этой посадки, несмотря на то, что это фитиль, все первые поливы, вот когда корневая система невоздушная идет только вот здесь, вот в основном только была такая настоящая корневая система, которая умеет работать в грунте. Первый полив таких орхидей полным заполнением горшка. На, ну, скажу, на 3/4 кто-то полностью заполняет. Я всегда анализирую уровень корневой системы в посадке, я вам уже много раз говорила, и я всегда вспоминаю, на каком уровне у меня углублялась шея, чтобы ее не замачивать, как вот в случае Мира Файбер, да? Заливаю стимулом, и вот такая у меня посадка, именно с такой фракцией коры, здесь фракция коры 18-25, это самая крупная фракция архиаты, которая есть, поэтому крупной коре, естественно, нужно больше времени для того, чтобы взять в себя воду, поэтому у меня эта орхидейка будет стоять в воде 30-40 минут, все, я ее заполнила полностью, видите,
Так, у нас тут небольшой пролив, ничего страшного. Убираю в сторонку. 30-40 минут стоит. Потом что я буду делать? Значит, обращаю ваше внимание, что я делаю часто, очень часто после вот таких полноценных поливов. Именно в системе посадки двойной горшок, любой двойной горшок. После полива 30-40 минут постояла, я подняла горшок, вылила всю воду отсюда, и вот этот горшок внутренний я не возвращаю во внешний горшок. Я ровно на сутки после первого полива 40-минутного убираю внутренний горшок в сторону. Через сутки ставлю на место. Все. Я так делаю. И это бывает, вы знаете, именно тогда, когда из классики я пересаживаю растения в двойной горшок, это, по моим наблюдениям, самый верный способ. Не усугубить и не привести корневую систему к гнили. Когда мы пересаживаем вот с практически полным изменением состава грунта, делаем новую посадку. И у меня история вот этой орхидеи. Это орхидея Spring Prince. Вы знаете, я так, конечно, сожалею, что я вам не показала его, когда я пересаживала, но, вы знаете, уже просто язык лыка не вязал, вот, потому что такая усталость была за целый день. Как раз у меня был выходной день, и у меня выдался этот день, и я все время пересаживала. Ага, вот эту. Так, отставляю в сторонку, рассказываю про эту. Это ж малышушечка Нарбоночка, красавица, которую мы вместе с вами пересадили. Это такая мимимишная малышка, которая очень многим понравилась. Вы помните, что все воздушные корни, у этой орхидеи были только воздушные корни. Как я поливаю вот такие посадки? Анализируя состав грунта на стимуляцию, стимулирующую посадку, конечно, там шел мох, и его было немало. Эту орхидею я ни в коем случае никогда замачивать, первые поливы замачиваниями не будут. Так как у нее много мха, воздушка шла в посадку, первые поливы только опрыскивание. Без каких-либо антистрессов и стимуляторов. Почему? Потому что, помните, эта нарбоночка у меня стояла перед пересадкой в чем она стояла? В стимуле? Или в живе? В стимуле. Так. Есть. Вот так, по поверхности. А крайне аккуратно, особенно вот здесь, где шейка рядышком со стенкой горшка находится. Отлично. Вот такой способ приучивания воздушной корневой системы имеет 100% результат. Сохранение воздушной корневой системы. Я об этом постоянно на канале говорю, но вы знаете, столько вопросов еще остается. Вот у меня есть определенные методы, которые имеют какие-то незначительные отклонения в ту или другую сторону. И я о них постоянно вам говорю, что вот если в этом случае так, то нужно сделать так, да? Вот как сегодня я вам плотно рассказываю о том, что происходит, каковы поливы орхидей в конкретном случае, при конкретной пересадке и с определенной корневой системой. Вот, я сейчас аккуратненько. Все. Моя хорошая, она полита, она уже пить хочет, вот прошли сутки после пересадки, я вчера прям не стала, так как у меня корневая система вымачивалась перед пересадкой, она у меня, конечно, будет сейчас крайне аккуратно поливаться. Конечно, у меня сегодня такая, ну прям, нерабочая обстановка, но по-другому, девчонки, никак, потому что все-таки на кухонном столе я снимаю. Вот. Смотрите, протекаемая вода, она моментально увлажнила весь мох. Поверьте, этого более чем достаточно. Вот за короткий промежуток стекания, по времени стекания воды, кора не намокнет, а намокнет мох. А потом мох отдает со временем воду поливочную сухой коре. И в этом случае происходит великолепное уравнивание влажности посадки. Без переувлажнения воздушных корней, которые шли в посадку.
Это обалденный способ, и все малышата, которые у меня отсаживаются с разных уровней растения, там с цветоносов, предстволовые детки, все так пересаживаются на стимулирующие посадки, и для них, как показало время, это самый-самый лучший способ. Я не знаю, у других, может, какие-то другие способы. Я, конечно же, применительно только к моим растениям рассказываю вам именно то, что я делаю. Spring Prince. Орхидея пересаживалась в систему посадки двойной горшок. Почему пересадила? Мне не нравится состояние корневой системы в посадке. Там была классика, и состав грунта был немного другой, нежели сейчас. Там была циофлора, мха не было, и была архиата фракции, по-моему, помелче, 9-12 там в посадке. Не понравилось корневой системе этой орхидеи. Пересажена она была год и 3 месяца назад в эту систему посадки. Мне не понравилось, как она себя вела, хотя она цвела, она росла, но при этом нижние листья она со своей листовой розетки сбрасывала. Появляется новый лист, нижний уходит. Появляется новый лист, нижний уходит. Мне это не нравится. Естественно, я понимала, что что-то происходит с корневой системой. Когда я ее достала, там где-то 30% корней старых было пропавшими. Все остальное сохранено было. У нее была большая воздушная корневая система. Я постаралась ей сделать вот такую очень благоприятную посадку, где нижний уровень у меня переувлажняться не будет. Посмотрите, вот в нижнем уровне у меня там лежит только один слой керамзита. На этом керамзите она стояла. То есть этот керамзит, он как бы был совмещен в экосистеме, общей экосистемы посадки, потому что при поливах, естественно, он увлажнялся, он подавал воду вверх, то есть все было у них единое. Этот керамзит пошел сюда, а коры из старой посадки у меня пошло буквально пару щепоток, все остальное новая кора. Я сделала такое заглубленное расположение шеи для стимуляции роста новых корней. У нее сейчас самое то время для пересадки, такое правильное, необходимое, и я с удовольствием ее пересадила. У нее растет новый лист, и у нее растут новые корни. Я сейчас их накрыла, чтобы они врастали в грунт. Я не хочу, чтобы она мне давала воздушку. Хватит сидеть с воздушкой, мне нужно, чтобы была хорошая корневая система в посадке. Только при этом условии я уже разрешу ей давать воздушные корни. Все, она у меня цвела в этом году, и поэтому благополучно отправилась вот в такую пересадку. Как я буду ее поливать? Значит, видео более длинное, по-другому показать не могу. Много растений сегодня у меня в таком активном показе, поэтому, кому интересна информация, милости прошу слушать и как бы понимать то, что я делаю. Так, ну что, она у меня обрабатывалась перед пересадкой, вся воздушка и те корни, 70% корней, которые остались после зачистки корневой системы пропавшей, они у меня обрабатывались вживе. 20 минут орхидея стояла вживе, как антистресс. Я специально это сделала. Поэтому, что я буду делать, какой у меня будет полив этот раз? Первый раз для этой орхидеи. Прошли 1,5 суток после пересадки. За это время сухая кора уже забрала какое-то количество влаги из корней, и корневая система сейчас, вот посмотрите, она совершенно готова к поливу. Здесь где-то 30% корней воздушных вошло в посадку. Что я буду делать? Так как антистресс корням был дан, у меня идет в полив чистая вода. Слушайте, остался немножко стимула. Может быть, мне немножко стимула добавить? Но здесь совсем мало его, поэтому можно и добавить. Я сейчас вот в эту... Ну вот, чтобы не выливать, здесь концентрация совсем маленькая будет. Это будет не лишним, так как растение сажалось с обработанной корневой системой, влажненькой, но кора сухая. И опять-таки... Опять есть но. Здесь у меня мох в посадку на средний уровень пошел вместо циофлоры. Поэтому вот для этой орхидеи сейчас будет у меня следующий полив. Я заполню горшок
так как воздушка, я вам сказала, 30% пошла. Воздушную корневую систему, вы мне скажете: Ирина, ну вы же говорите, что надо приучать, а вы сейчас заполняете горшок. Да, заполняю, но заполняю на очень короткий промежуток времени. Вот такую посадку я заполню водой на 3-5 минут, не более. За это время намокнет только мох, кора практически не намокнет. Намокнет внутренняя корневая система и воздушная корневая система, которая отправлялась в посадку. Но при этом регуляция во времени посадки, да, регуляция влажности, она будет за счет того, что кора не напитана водой. Вот я заполняю теплой водичкой на 3-5 минут. Так тоже можно делать, если у вас воздушная система пошла в посадку, воздушные корни пошли в посадку, и вы практически полностью, а здесь я практически полностью поменяла грунт. Здесь сухая кора. Вот так заполняем. И она у меня стоит. Ну, дам ей, ну сколько, ну ладно, 5 минут дам попить. У нее, знаете, прям вот видно было, что она как-то не очень хорошо себя чувствует. Листочки вот как-то, вот этот, особенно нижний, чуть-чуть сморщился. Думаю, нет, барышня, поехали пересаживаться, это не дело. Я сейчас ей побольше воды налью, практически полностью. Вот так. А дальше, вот чтобы не затягивать уже видео, я вам рассказываю. 5 минут стоит, вся вода выливается. Орхидея остается без внешнего горшка, равно как и вот это, я вам только сейчас показала. После полного заполнения на сутки орхидеи стоят без внешнего горшка. Потом благополучно возвращаем их во внешний горшок до следующего полива. Следующие поливы я вам никогда не скажу, какие будут, потому что мне все будет подсказывать растение. Они либо будут проливами и переведением переводом растения на метод полива, проливом, оставлением воды в нижнем уровне, либо это будет вторичный полноценный залив посадки второй раз при поливе. Вот такая информация. Я считаю, что мне нужно было снять это видео, потому что изначально, создавая канал, когда я вот поливала, мне с одного канала написали, что вы все поливаете. А потом сама, кто мне сделал замечание, она сама решила все время поливать, потому что видят, что это очень популярная тема о поливах, о поливах орхидей именно в разных системах посадки. Это очень важно, это 95% успеха при выращивании орхидей. Куда ни посади, научитесь поливать, и будет вам счастье, всем, и вам, и растениям, и настроение у вас будет хорошее, цветочки у вас будут крепкими, шикарными, без потери корневой системы. Все, девчат, наговорила много, постаралась изложить все, что хотела. Если вопросы остались, задавайте. Отвечать в комментариях на ваши вопросы. Бывают такие очень короткие вопросы, но на которые мне невозможно дать емкий ответ. Поэтому обобщаю и делаю для вас специальные выпуски, обобщая ваш интерес к растениям, да, то, что остается не до конца раскрытым. Здоровья вам, благополучия, всего вам самого-самого доброго. Обстановка у меня рабочая, и, конечно же, голос у меня такой рабочий. Взаимопонимание вашего с вашими орхидейками, великолепного отклика ваших орхидей на ваш уход. Пока-пока и до новых встреч!